Всем привет! Вчера нас снова завалило снегом и был мороз. Вы посмотрите только какой толщины лед. И это уже час дня. Плюсовая температура. Какая лужа! Сейчас наши дети в музыкальной школе. Мы их заберем и поедем гулять. Наслаждаться снежком. Давно тебя отпустили? Только что. Это значит, Марика еще долго ждать. Вы еще успеете сделать снеговиков. Смотрите. А ты первый пошел? Почему? Потому что я захотел. А, обычно Малик всегда идет первый. Какой снежок! Какой у нас крутой. Больше. У нас огромный вот под судовом не снега. У нас тоже дома много было. Ай! Пальма колючая. Я вот, Максим, под снегом. Я вот такую базу сделал, вот такую. Мы еще сегодня поедем куда-нибудь, честно? Если Сережа сможет уехать. Утром дети не пошли в школу, потому что все было завалено. Да. Мой папа даже не смог выехать. Да, Витя тоже на работу не смог выехать. За ним приехали на джипе. Так что так. Да, джип застрял. Ничего себе. Это Максим, ой, Никита. Сигналит. Красота. Дети так ждали снег. Да, Владик? Да. Марик играет. Кидай! Никита, это что такое? Никита! Был белый, развлечение. Снег, был белый снег, стал черным. Мы приехали в Ишеру на футбольное поле, чтобы дети погуляли. А тут закрыто на замок. Не получится. Да. А я еще говорю, ой, там никого нет, как хорошо. Вот почему никого нет. Куда поедем? Давайте дальше поедем. Давайте. Мы приехали к Гуместинскому мосту. Сейчас как вниз он укатится. Ничего себе ты силач. Пошуршал, давай. Что там, Алексей? Горка? Жалко, ледянки нет. Пошли! О, смотрите! О, я хочу попу спуститься. Нет, Владик, потом уже все в машину будет. Потому что мокрый будешь. Давай! Я тебе помогу! Уйди! Я тебе помогу! Уже на этом возле сидеть. Безопасно. Максим, ты тоже катаешь? Нам интересно. Я к вам. Давай, я сейчас беру. Love you, man, son. Раз. О, футбол бизнес. Марик, встань. Давай ты базу. Что, Владик, тебе никто не помогает? Помоги ему, Максют. Офигенно! Нравится? Да, тут
лапу, смотри. Ага, и как камень какой-нибудь воткнется, вот типа того, что торчит там. Ё-моё, как... Я поднимаюсь даже без рук. Сколько стараний, сколько усилий. Обстреливай Марика! Не помогает. Ладно, не помогает. А ты чего грустишь? Спускайся. А? Кто мешает? Шар мой поломался. Ну, у Владика тоже поломался шарик. Ничего страшного. Покажись, а ну-ка, ты весь мокрый, Максим. Давай штаны переоденем. Я взяла с собой еще одни. Давай. А ноги мокрые? Честно скажи. Мокрые? Потрогай сверху, ничего не пойму. Внутри. Я сапоги тебе тоже другие взяла. Пойдем переоденемся. Пойдем. Угу. Можешь поваляться. Снежного ангела. Что вы делаете? Мы здесь. Базу. Мы будем кидать. Расскажу секрет. В Марик, в Максима и Владика стежки очень много. А будем прятаться. Будем прятаться за базой. Ага. Молодец. А может, дай. Марик. Что? Ты уже весь грязный. А? И мокрый. Растяжка. Тут снега чуть поменьше, конечно, лежит. Какая? На скейте возьми и поехать на скейте. Нет, на скейте не получится. Марик, нет. Я пойду забираться. Забираться? О, коровы. А теперь посмотри на себя внимательно. Какой ты чистый. Кто поедет? Я! Может, я? Давай, теперь. Я второй. Только по нормальной дороге. Вот по этой? Да. Или по этой? Ну, какой хочешь. Я сразу бывает. Там сколько? Угу. Алексей. Ничего. Давай, гони! Дрифт! Я говорю, прикольно. Я! Смотрите, теленок. Ой! Потеряшка. Его вон мама позвала, и он пошел к ней. Марик, я потолкуюсь. Ага.
как мычит. Он тупой? Это теленок точно? Да. Марик. Да! Пошел вон. Продолжаем. Прочистили лапа в ухо. На! Давай, пошел отсюда. Это запрещенные читы. Коровка? Ничего, догонит их. Наши детки конфетки снеговика сделали. Крутой какой. Кидать? Спасибо. А если мама начнет кидаться? Дай мужу. Офигел? Да что ты делаешь, что моя перчатка? Я их сюда хотела. Подожди. Посиди. Круто придумала. Конечно. Посиди. Блин. О, красота. Ну, птички поют. Держи на птицу. Давайте я вас фоткаю. У нас получился супер крутой снеговик. Да, только я ему штурмки. Максим нашел еще. Вот сверху сделали. Крутяк. Хватит есть снег. Ну что это такое? Я вообще не ел тут ни разу. Пока что. Если я скажу можно, твоя мама меня поругает. Так что я просто отвернусь и сделаю вид, что я ничего не вижу. Хорошо. Понял намек? Вкуснее, чем где? Чем дома. Ой, я не могу просто. Вот наш стол и еда. Вы не замерзли? Нет. Давайте еще куда-нибудь поедем в следующее место. Давай. Что вы? Давай. Уже здесь весь снег истоптали вы. Давайте. А куда? Давайте придумаем. А какие места могут быть? Скажите, что вы предлагаете. Вы нас босс. Я бы вообще хотела бы к морю поближе. Но я не знаю, Сережа там сможет проехать. Там не будет снега. Посмотри, он половина проехал на скейте, а половина без скейта. Валик, сюда совещание. Давайте. Сейчас придумаем коварный план, как уговорить твою маму. Да? Я могу, мой папа ее хорошо уговаривает. Папы твоего сейчас нету на работе. Нет, он есть на работе, его подвеструк. Ну я и говорю, что он на работе, с нами его нет. Это плохо. Я затормозил. Пошуршал, давай! А ты один колесой лапой! То, что я снежки кидаю, это круто? Круто. Это хорошо. Хватит есть снег. Может, я тоже чуть-чуть поем? Мы далеко не стали отъезжать. Приехали на дельфин, на пляж. И здесь снежок даже чуть-чуть лежит рядом с морем. Как же это красиво и необычно. Снег и море. Снежок со снегом. Снежок со снегом? Нет, снежок. С каким снегом? С песком? Да. Он сейчас до моря долетит, эта пушечка. Круто на море. Там в горах уже снег идет, и в Ишере тоже верхней. Потихонечку снег начинается. У нас тоже, да, сегодня по прогнозу будет снежок. Ты опять снеговика делаешь? Ого, какая волна.
непривычно смотреть на море и снег одновременно. Очень непривычно. Уже тает потихоньку. О, мальчишки, какие волны! Очень аккуратно, пожалуйста. Скользко. Максим, ты опять мокрый? А тут, где песок, уже снега нет. Только в той стороне. Аккуратно. Марик, ты весь грязный, весь, просто. У тебя папа таким в машину не пустит, я тебя предупреждаю сразу. Я мыться снегом. Давай. Я самый высокий, а я лучше всех спускаюсь. А я пришел. Царь горы. Снег пошел. Мальчишки, снег идет. Марик, снег. Ура! А вон в горах видно даже, что снег. Мам, помогай ребенку. Ребенок, иди сюда. Ребенок, пойдемте, я вам кос покажу. О, посмотрите, какая волна. Марик, волна! Офигеть! Просто бомба! Посмотри, она доходит сюда прям. Я счастлива, снег и море. Такую волну сделал, да, что все ноги у всех мокрые. Владик вообще валялся. Я знаю, об этом никому не да? Мы кушать все хотим. Кушать сейчас, а? Я сухие. Сухие, ну хорошо. Ну что, пойдем еще козочек посмотрим и все? Я хочу поесть. Я тоже все хочу. Снег. Смотрите, горы вообще уже не видно. Пойдем, козочек, посмотрим. И все. Все мокрые и все голодные. Едем домой. А их нет. Они, наверное, в домике. Вот тут, видите их следы? Коза! Мультиварка там? Ладно, едем домой.